20-летнего жителя Бесколя, управлявшего транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. При проверке запах алкоголя отсутствовал, но внешний вид молодого человека вызвал подозрение у полиции. Парню предложили пройти медосвидетельствование. Задержали нарушителя во время операции «Безопасная дорога». Проходила она с 13 по 17 января. За 5 дней полицейские выявили 24 водителя, которые находились в состоянии опьянения за рулем. Как показывает анализ аварийности на дорогах Северо-Казахстанской области, в 2022 году число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, снизилось по сравнению с 2021 годом на 20%. Тем не менее, многие северо-казахстанцы еще позволяют себе садиться за руль после употребления алкоголя. Каждый из них – потенциальный преступник, представляющий угрозу для жизни и здоровья окружающих. За прошедший год в области задержано 845 пьяных водителей в рамках проведенного ОПМ-24. Всего за время ОПМ выявлено почти 1700 различных нарушений правил дорожного движения. Самое частое – неиспользование ремней безопасности. Таких фактов выявлено 178. Кроме того, 117 водителей пользовались телефоном во время движения. 112 превысили скорость. 31 нарушил правила маневрирования. 21 проехал на запрещающий сигнал светофора.